Привычная покупка хлеба для Людмилы Алексеевны обернулась неприятным сюрпризом. Жительница хутора Просторной в буханке обнаружила явно несъедобный ингредиент. Один раз хлеб, когда был куплен из этого магазина, вот примерно вот такой вот кусок, похожий, вот я говорю, спекшийся, грязный, вот такой черный и твердый, и я подумала, что может, не допекли. И это, по словам Людмилы Алексеевны, не первая ее претензия к качеству этого хлеба. Последний случай, говорит, стал и последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Пенсионерка решила провести собственное расследование. Ей удалось попасть на саму пекарню. Забиты все, холодильники эти все забиты, там настол. И пахнет тоже запах такой, знаете, какой тяжелый запах. Ладно, ну я покрутилась, говорю, пойду посмотрю. Нет, мол, мы печем и булочки, и хлеб, и торты. Вот я обошла кругом, поглядела. Значит, ангар огромный, открытый, да, эти стоят мешки с песком внизу, прям на этом самом, на полу. И хлеб, вот здесь хлеб, там хлеб, там хлеб. После всего увиденного Людмила Алексеевна решила обратиться в надзорные органы и в нашу телерадиокомпанию. Повторный визит в мини-пекарню уже фиксировался видеокамерой. Территория складских помещений, где обосновались хлебопеки, чистотой не блистала. Пейзаж дополняли пасущиеся рядом домашние животные. К ним здесь, видимо, у всех особое отношение. В самой пекарне, куда нас любезно пригласила хозяйка, нас встретил местный любимец. Только вот санитарные врачи это соседство вряд ли одобрят. Как и пикантное дополнение, которое было замечено прямо в тесте. После всего увиденного и зафиксированного съемочной группой, тон у радушной хозяйки резко поменялся. Мы просто хотим, чтобы была картинка. То есть мы хотим показать все как есть. Мы ни на кого не наговариваем. Вот то, что есть выходите, внутри. Давайте все, выходите. Выходите, просто выходите. Результатом стало сломанное оборудование и заявление сотрудников телерадиокомпании в полицию о порче имущества. Проверку мини-пекарни вслед за нашей съемочной группой провели сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры и Роспотребнадзора. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в поселке Просторном осуществляет деятельность мини-пекарни с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой подготовлено исковое заявление с требованием приостановить деятельность данного юридического лица до полного устранения выявленных нарушений. Они не могут, да, производить хлеб и осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность. Помимо этого, руководству мини-пекарни грозит солидный штраф. Да и репутация теперь у предприятия «Восход» явно подпорчена. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев, Анапа регион.